Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 596. События дня. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». За 31 июля 2017 года. Ну, у нас была Наталья Чернова, вот она пишет. Игнатий Тихонович, забыла вам написать, что у вас я скинула 7 килограмм лишнего веса. Теперь пытаюсь не набрать. Спаси Христос. Еще. Илья изменился в лучшую сторону. Везде старается помогать. Ездили на природу. Он сам собирал упавшие деревца под моим присмотром. Сам. Рубил из них дрова и разводил костер. Было так приятно смотреть. Это ваша школа. Спаси вас, Христос. Ну вот, Татьяна. Наталья побыла. Не ограничил я ее. Ну, конечно, были беседы. Хорошие отношения сохранились и по сей день после отъезда. А другие, может, кто-то был бы недоволен. Но таких не было нынче вообще. Благословен Господь. Надежда Дмуха. Мир вам. Прошу пояснить такую ситуацию, так как я не смогла сходу что-то грамотно обоснованно сказать. Сестра, верующая, замужняя, жестко хватает всей пятерней за бороду чужого, взрослого, женатого мужчину совершенно по пустяшной претензии. В шутку или всерьез она это сделала, не знаю, видели другие. Скажите, ведь это оскорбительно для взрослого мужчины, такое недопустимо даже жене делать. И как эта выходка характеризует женщину? Жду ответа на почту. Спаси Христос за подробные ответы. Ответ даю. Все по этому вопросу считайте в книге «К истинному православию». В теме на странице 258 об одобрении. Все. Если во время драки... Даже вырвет там бороду. И там все написано. Сколько платить, это дороже, чем корова лошадь стоит. Про это все за что хватает. Хватает за срамный ут, отсеките руку ее. За бороду битвы были. Но она сделала это. Я не знаю, о ком речь идет. Сестра, это в общине она у нас или где. Ну что на это сказать? Она понесет за это. От Бога. Бог сделал так. Она бы за бороду хватает. Вещь неслыханная. Пусть она к мусульманину прикоснется, к бороде или где-то. Да что тут говорить-то? Посмеялись над слугами Давида бороду-то, обрили наполовину. Но и война была, и речь идет о десятках тысяч погибших. И так всегда было. Она против бороды имеет или что-то, или серьезно, не серьезно. Она не имела права прикасаться. Тут ответ один. В книге в этой у нас все абсолютно написано. Тут сбрасывает он. Антоний Шляхов про вас говорит, там называет лапать. Ну, говорит он, ну и что из этого? Ну, заряди в Google, посмотри, кто такой Антоний. Раскольник, так его называют, против патриарха, против всего священноначалия патриархии идет. Вот, поддерживал Диомида, и там разошлись. И, ну, то есть она налево, направо. Ну, что я могу сказать? Я его знать не знаю. Петр, инвалид второй группы, где-то на Афоне он там, все везде. У него ничего нет, он только среди икон стоит и... Что-то где-то кто-то сказал про меня. Он глаза меня не видел, не знает. Я могу сказать только одно на это. А у него голубятни нету. Вот и все. То есть у него кривые ноги, как я сказал. Человек один. Что я ему буду? Отвечать, что ли? Я знать не знаю. А как бы он приехал беседовать? Да о чем с ним беседовать-то? Они помешались на евреях. Главный лозунг им сегодня произносить нельзя. Бей жидов, спасай Россию. А вот один такой-то. Они, ну, трепотня одна идет и все. Что он с евреями сделал? Вот у меня приехал он, еврей. Побеседовали, один раз побеседовали. Стал православным, стал батюшкой. Близким к патриарху Илии II. Вот. Конкретно, вот евреи.
проклинающий, благословен. Он не благословленный, он проклятый, потому что он клянет евреев. Вот и все. Написано, проклят проклинающий их. И отвечать на это что ему? Он говорит-то не обо мне. Он говорит о том, что ему блазнится, ему кажется. Где? Вот у меня каждый день события дня. Вот вчера все-таки с утра рано, вот встаем 4:40, поехали с лопатами на первый мостик, там, что размочалило, убрать грязь. А дальше я пошел пешком посмотреть, где думаем, шлюз, поднимать воду. Не просто так поднимать воду, потому что она идет поверх льда и может прорвать. Может, все может быть. Но тут же вернулся и набрали, какой нужен материал, жерди, столбы. И дальше нужно было закончить. И закончили. Кого звали? Нет, Исааки. Пришел Устинов. Больше никого не было. И мои ребятишки. Дроба двое. Фрося с Нестором. Коля Сергеев. Маринин сын маленький. Ну, маленький первый класс совсем. И другие не пошли под разными предлогами. Кто под машину спрятался, кто в избе. Ну и что из этого? Все позади мы сделали. И в это же время приходит грейдер, раскатал наш песок. А потом мы с лопатами пошли, ну, он широкий, у него лезвие-то, на наши дороги узкие. Где-то попало в кювет спасти песок этот. Вот он целый день пропотел их рубахах. Ну что этот Шляхов, инвалид второй группы, где-то его видели где-то? Нет, конечно. Я вообще могу только пожалеть его. Бедный, несчастный, отверженный человек. Вот поехал, его рукоположил Зюбан, этот Диамид. Где? А куда? Служи на Украину. Ну, хоть какому-то храму или что-то? А нет, он против. Согласно канонических правил, тут пишут в его биографию, это недействительно само рукоположение. И у него ничего больше нет. Вот он пыхтит там где-то на Афоне. Вот обличать надо, и святая Русь, слепота полная. Какая святая, когда все кверх тормашками поставлено. И вот Серафимовы какие-то пророчества там, ну, галиматью гонит такое. Если согласно правилу, он и не священник никакой, иеромонах Петр, теперь Антоний. И такие же вокруг него там, посмотрел, отзывы дают. И фамилии, имени-то нету никакой. Только помолиться, помилуй его несчастного. Вот. И говоря уж там о символе веры, там толкуют, а ничего нету совершенно. Кого-то он может показать, где-то благовестие, где-то обратились души, что-то он пострадал за Христа, ничего нету. Совершенно пустое место. И вот он начинает первый ролик, то есть у него ничего не второе обо мне. Ну какой ролик-то, когда ничего нету? Вот события дня, я говорю, за один день. Шел дождь, мы тут спрятались, пока от дождя прятались в домике. В это время там беседа была, Володя даже снял ролик. У нас все интересно. И вечером у меня беседа была с Мариной Сергеевой, это с одной рукой она здесь. Тоже будет. Он пускай зайдет и посмотрит, какие у меня голуби, какие ребятишки. 45 лет детский лагерь был, нынче сколько людей отдыхал. Ну, а у него ничего нету. Ну, и мы в разных весовых категориях, совершенно в разных. Я могу показать занятия. Не просто тысячной, миллионной аудитории. Выступал в Америке, где говорил о Христе, «Голос Америки». Там, в монастыре Жорданвильском. А это ничего нет, никого он не признает, он один. Ну что, то ему помешательство полное. И я буду разговаривать с ним. Да, о чем же говорить-то? Накормить только можно, если голодно. А что, он работает, зарабатывает что-то? Нет, на Афоне. А там тебе даром кормить-то не будут. Что требуется, то будешь говорить. Патриарха клеймит, хвост и в гриву. Ну, подряд все. Все не такое. Везде не такое, а у самого ничего и нету. То есть совершенно невежда. Все сузил до своего носа. Дальше нигде нету. Вы слышали, вот патриарх встречался с папой римским. Да они от страха умирают. И НН этого боятся. Ну где попал? Я уж не говорю про другие там какие-то выступления. Там ВКонтакте посмотрел. Ну, что сказать. Бедный, несчастный человек.
Ничего нету у него, ни по-мирски он нигде никакой еще не имеет. Я не знаю, что у него за инвалидность какая есть, но явное дело, что говорится, с катушек скатился. Не понимает, о чем говорит, как говорит. Да я ему век и не нужен. Что он меня исправить хочет? Нет, а вот тема такая, он знает, да ничего не знает. Ну, зайди, посмотри ролики, 7850 роликов. Там можно найти что-то? Нет, он ничего не видит. А вот он такой лапоть, слово лапоть. Я не Лапотников, Лапкин. Поэтому Лапкин-то и даже обыграть-то не умел. Ты видно, что слабый умом. Даже слово-то одно не знает, как лапоть. Никакого отношения не имеет. Какой лапоть? Лапоть – это... сказать, обувь такая. Да у меня сапоги-то, в чем я хожу, они хуже, чем лапти. И тут говорить нечего. Ну, это что-то, обзывка одна. Ничего, ну, смешно даже. Стоит среди икон один базаритый патриарх и костерит Кирилла. Ну, еще из этого. Монахи там забили. Да само монашество-то не евангельское устроение. Он даже этого не знает. То, что я за русский язык, это никак нельзя. Он против этого, что русский язык. Какую-то фразу одну выдергивает, и, конечно, о символе веры толкует. Я сказал, от отца и сына исходящее, это даже более верно. Но я православный, исповедую, как у нас принято. Он ничего не знает. И поэтому отвечать, больше подсовывать мне эти ролики и не надо. Там ничего нет. Я посмотрел, он не обо мне говорит-то. Он говорит, что ему наворачивает злой дух. Раз однажды на это он пошел, дальше уже не остановиться. Это его пища. Пища. Как ищет, где что сказать, показать, что он выше. Какая паства у него, да нигде у него ничего и нету. Нету? А у меня голуби. Голуби? О, Петр, посмотри, какие у меня голубятни. Какие голуби? А при чем тут голуби? У злого человека голуби не водятся, вот почему. Не просто так я про голубей говорю. У него не было голубей и никогда не будет. А у меня голуби. У меня друзья как голуби. Сейчас только выехали, которые в Канаду прилетают здесь. И Сафона тут были, и приглашали. А что там делать? Мертвая зона для благовестия. Показать наши ресурсы попутно. Вот. Первое, это всегда у нас мой мир. А тут можно беседовать, где я в шапке. А это уже я сюда перенес сегодня. Второе, это у нас хороший очень православный форум. 1600 тем. У него ничего этого нету. И дальше. Наша видеоролики, видеоканал православный. Вот они здесь. Вот. Вот ночью уезжает Наталья. Один час назад 58 посещений. А Златоуста только 3. Такое. Ну и православный библейский сайт. Здесь вопросы и ответы по темам. Ну, сейчас я покажу, какая тема. Это внутренний мир человека. Я оттуда беру по одному хотя бы вопросику и отвечаю. Вопросы эти отвечал я в университетах, с кафедры, по радиопрограммам. Вопрос 909, третий том «Открытым оком». В чем разница между верой и религией? Ответ. Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Религия же есть одна из форм общественного сознания, совокупность духовных представлений, основанных на вере в существование Бога или богов, сверхъестественная сила, а также соответствующее поведение и специфические действия, культ. Одно из направлений такого общественного сознания. Та или иная вера, вероисповедание, например, христианская религия, мусульманская религия. Слово «религия» переводят как «благочестие», «религиозный», «благочестивый». Спасаемся мы не религией, а верой, живым движением души к Богу.
О религии в Новом Завете не сказано ни слова, а словом «вера» пропитана каждая строчка Нового Завета. Это слово встречается в нем 181 раз. В ветхозаветных книгах только в неканонических 9 раз, а в канонических ни разу. Сегодня в Русской Православной Церкви все свернулось на религию, на обрядоверие. И в этом вопросе мы еще до начала сражения с сектантами полностью проигрываем им. Ибо у них все основано на вере, пусть и искаженной. При князе Владимире мы получили крохотную веру и с преизбытком религию. Вера говорит, не клянись вовсе никак, никогда. Религия же говорит, клянись на этой книге, на Евангелии, в которой говорится о запрете клятвы. Иди и поражай врагов Отечества, несмотря на прямое указание «не убий». И так в каждом месте. У нас в России это доведено до точки, когда религия идет полностью против спасительной веры по Евангелию, антиевангельской религии. Все и во всем. Если есть вера во Христа, вера в то, что Он всемогущий и что Он с нами, то что еще можно добавить к этому? Уничтожили веру, создали религию, и Христос ныне совершенно не нужен. Христианство без Христа. Чтобы проверить, так ли это, только мысленно вообразите, что сегодня в Алтайском крае все до единого священники и архиереи находятся на прощальной встрече с апостолом Павлом, Деяния 20 глава. Нет ни одного храма, ни монастыря, ни икон, ни хоругви, ни рис, ни богослужебных книг, а есть только одно Евангелие на понятном русском языке. И они получают наказ от Павла, а он, как человек совершенно нерелигиозный, ссылается почему-то на слова Христа. Вообразите вот то, что я говорил, что это так они сидят здесь. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, распространять благовестие, как научен он, и никого больше не слушать никогда, предупредив, что в противном случае всем будет анафема. Его высокопреосвященство анафема, его святейшество анафема, его преподобие анафема. То есть, если не буду делать то, что Христос заповедует. 1 Коринфян 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Галатам 1:8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует, прямо говорит, кто благовествует вам не то, что мы благовествовали. Что приняли, да будет анафема. Это не мои анафемы-то. Их две, они все против нас. 1 Коринфян 15:1-4. Напоминаю вам, братья Евангелие, которые я благовествовал вам, которые вы приняли, которым утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только они тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Продолжайте держать напряжение свое воображение. Все перечисленное выше, вся религиозная атрибутика отняты навсегда и запрещены навечно. У всех оставшихся с одним Евангелием, какое вы увидите выражение на лице? То есть представьте, что то запрещено, это я картину представляю. Если у вас нет воображения, то я вам нарисую дальнейшую картину. Растерянные, совершенно одинокие, нежизнеспособные, изнеженные. Привыкнув к дармовой кормушке, они уже к вечеру будут думать только об одном, как не умереть с голоду. Нужно дать им задание друг с другом не встречаться хотя бы в течение года, с твердым наказом остаться православными и на каждое свое действие найти подтверждение в Библии, а вернее в Новом Завете. Апостол Павел будет проходить через год и сжигать все, что не будет соответствовать Евангелию. И все это он будет делать именем Иисуса Христа, как полномочный его представитель. Думаю, что на сегодняшний день вряд ли найдется один из 100 православных батюшек и архиереев, который выдержит этот экзамен. Хорошо, если молодой, пришедший в православие из сектантов, у него есть опыт евангельской жизни, веры, а остальные... Они сразу же озаботятся строительством храмов и сбором денег на строительство, чтобы было из чего воровать. Минимум 3/4 собранных средств оседает под широкими рукавами священнослужителей. И начнут проповедовать о религии, об атрибутике. А через год после ревизии их посадят в долговую яму всех до единого. Православное церковное руководство не имеет сегодня желания поставить такие вопросы и размещать свой культ личности.
который пострашнее сталинского, ибо касается бессмертных душ. Герои прошлого с утра сидят в прихожей, в сандалиях, ботфордах, босиком. Чужие, разные, есть на меня похожие. 7000 верст и лет достигли прямиком. Они пока что книжные герои, известные не мне же одному. Их нанимать надолго в перестройку. Быть мирным с ними? Объявить войну? Кто посоветует, кого избрать надолго? В друзья, в начальники и просто в кореша. Без паспорта определять наколки. У этих коммунистов ни шиша. Со всей земли без разных звезд и свастик пройдите на примерку у креста. С неверными не обретают счастье, и наша дружба с чистого листа. Ищу глазами дух Иеремии по ревности святого Златоуста. Друзей, которые нигде б не посрамили, родные мне по мыслям и по чувствам, прошу за стол, составим протокол о первом разговоре по согласию. Я к этой встрече четверть века шел, быть в послушании всегда под вашей властью. Не надо убеждать, что вы не здесь, в своих трудах со мной вы постоянно. Духовники, мне вас не перечесть, вы жили, как и я, не без изъяна. Но ваш огонь и обличение сила, авторитет мучения за Христа. В пустыне жизни 40 лет учился, а ныне час свидания настал. Уже не понаслышке, не по букве вас обниму, роднее всех родных. От радости груди, прижавшей руки, вам улыбаюсь с этой стороны. 28 июня 2002 года, 15 лет назад. И Виктор Николаевич Савченко положил на музыку, играет на гитаре и поет. Просто зарядите по заголовку. А заголовок очень простой. Герои прошлого с утра сидят в прихожей. Ну, на этом на сегодня все.